15 мм, и с другой стороны 15 мм. Остается среда сиения 10 мм. То есть там зачатки сопла есть, с которых пчелы могут строить стремительно сопла. И вот, идет мимо центрофуги, идет мимо медогонки, 60% меда идет мимо медогонки. Мед самотой, который во все времена ценился выше всего и при Прокоповиче, и до Прокоповича. Мед самотой. Вы будете иметь на пасеке мед самотой. С невыдутыми ароматами. Не аэрируется воздух. Опять же, это мед менее поражен технологией, которую вы применяете, нежели мед центрофугальный. Следующий слайд. Вот эта рамочка, следующий слайд. Вот это начало подстройки без проволоки, без арматуры и без лощины. Срок, Анатолий, следующий слайд. Вот этот, включи вот этот фильм, пожалуйста. Срок, Анатолий, который стал фанатом, был фанатом моей рамки «Абсолют», то есть моей рамки «Примитив», вот он находится еще в этом. Включится фильм, нет? А что надо сделать? Билл Гейтс, давай попробуй. А завтра? А чуть позже. Можешь включить? А? На флешке есть. На флешке есть. Так а что? Не, отдельно нет. А вот с этим. Не включится? Ну ладно. Значит, Сорок Анатолий Васильевич, который придумал эту рамку «Абсолют», это мой ученик, был фанатом рамки «Примитив». На пасеке в 130 юдев в этом году, в этом сезоне, не поставил ни одного листа лощины и не потратил ни одного метра проволоки. Ну, жаль, конечно, следующий что-то. Вот эта рамка, проще, проще некуда, следующий слайд. Вот это детали, следующий слайд. Вот это улья отстроенные. Вот тут не отличите, где есть лощина, где нет лощины. Вы понимаете, но это безлощинная технология полностью. Она изложена в моей книжке «Безлощинные технологии», еще, по-моему, одна из нее осталась. Она изложена «Новая рамка новой возможности», книжкой. Следующее. А технология производства пирги, наверное, новейшая, да? Юрий Михайлович, жалко, на подтанцовке. Тут я вечером. Сколько часов тогда? Сегодня? Да. Сейчас, давай. Давай. Сейчас. Нет, не надо. Я кого-то другого подниму. 15 часов. Юрий Михайлович будет со мной выступать. Это... Да. Но единственное, что я попрошу все-таки вот этот фильмик, да? Покрутись, а? Добре, спасибо. То, что я грив бесполезности снял, вы не правильно, да? Следующий приглашается Рахматуллин Дмитрий Константинович, заведующий лабораторией ЧОВСТ.